Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами продолжаем разбирать восьмой модуль, на этот раз буковка C, Born Free, рожденные свободными. Напоминаю, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. И поехали, перейдем к первому упражнению. Look at the map of the zoo and label the sections according to the animals that live there. Посмотрите на карту зоопарка и отметьте секции в соответствии с животными, которые там живут. Итак, первое. Tropical rainforest. Тропические леса. Да? Гиппопотам, крокодил, верблюд. Смотрим на животных и находим буковку D. Да? Буковку D. Попугай и обезьяны живут в тропических лесах. То есть один – это D. Второе – C – wood – лес. Да? Далее, третье – B – саванна. Да? Четвертое – A – заболоченные места – wetlands. Пятое – F – desert – пустыня. И шестое – E – polar region – полярный регион. То есть смотрим, да? И это у нас лес, живут медведи. Далее. Ой, извините, Си, это у нас лес, живет змея. Би, это у нас саванна, да? Wetlands, заболоченные места, это у нас под буковкой A. Крокодил, гиппопотам. F – это у нас пустыни, понятно, верблюд. И под буковкой I – белые медведи и пингвины. Это polar region, полярный регион, да, северный полюс. Match the animals to the icons in the map. Соедини животных с их обозначениями на карте. Номер один – это alligator, да, крокодил. Zebra – это номер пять. Polar bear – это 9, пенгвин 8, камел 3, верблюд, далее жираф, жираф 4, парот 11, попугай, элефант, слон у нас 6, снейк, змея 7, хиппо, бегемот 2, да, и манки 10, обезьянка. Так, перейдем к следующему заданию. Ребята, очень краткий, да, урок, потому что все задания крайне легкие. Второе. Listening. Listen to a man talking about the famous underwater explorer Jean-Yves Cousteau and fill in the fact file. То есть послушайте мужчину, который говорит об известном подводном исследователе Жан-Ив Кусто и заполните факт-файл. Ребята, я уже послушала все, давайте заполним имя Жан-Ив Кусто, дата рождения 11 июня 2000, извините, вот тут неправильно, 10 года, место рождения Франция, профессия explorer, исследователь, ecologist, filmmaker, photographer, researcher, да, то есть ecologist, делал кино, фотографировал и researcher, тоже исследователь, да, name of boat. Имя лодки «Калипсо» и какие получал награду, за что? За фильм «The Silent World» – «Молчаливый мир». Ребята, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Встретимся в следующем уроке. Всем пока!